В общем, Сергей Меликов люто богатеет. Российские СМИ пишут о нем и о его команде, что он нереальный вор. Он на это плюет. Никто на это не реагирует. Путин на это не реагирует. Никого это не заботит. Карт-бланш человеку дан. Он там из этого Дагестана высосет, что хочешь, но военные рельсы, на военных рельсах, чтобы и экономика Дагестана стояла, и чтобы как можно больше мяса на линию фронта попадало. Ну, естественно, дагестанцы по Запорожской линии не просто в качестве учителей туда едут, заботятся о, так скажем, детях оккупированных территорий, но и на первой линии фронта в качестве защитников. Пожалуйста, там вы умираете. Вот такое положение Сережи Меликова, оно не ухудшилось, оно выявилось. Это тот человек, когда после митинга, протестной акции в аэропорту против прилета туда граждан Израиля, назвал собравшихся чернью и мразями. Вот это тот самый Сергей Меликов, которого мы люто ненавидим, но который силой и величием Путина сохраняет власть, не знаю по каким причинам, в Дагестане.